Здравствуйте, я Марина Климова. Наша следующая тема посвящена изменениям в электронном документообороте, интересным и важным для бухгалтера. Мы поговорим о машиночитаемых доверенностях, о новых правилах оформления усиленных квалифицированных подписей лицам, которые являются уполномоченными от имени организации или индивидуального предпринимателя, но при этом не являются директором или самим ИП. Мы обязательно обсудим правила работы с новыми форматами электронных документов, которые предложила налоговая служба, и о том, как по-новому можно обмениваться с налоговиками электронными документами для того, чтобы вы использовали все возможности, которые дают новшества в законодательстве. Очень жду вас на видеоконсультант.